Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy гибрид 2015 года выпуска. Автомобиль в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, с гибридной установкой 60 кВт, а КПП передний привод. Автомобиль у нас на литых дисках хорошей резине, имеется спойлер, хромированные вставки, ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ, карбоновые вставки. По салону у нас темный салон, ткань, три ряда сидений, капитанские кресла, раздельный климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, эко-режим, мультируль, круиз-контроль, две электродвери, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал.